Да, там, блядь, ограда хуища. Сальвы только для танков нужны, потому что это критичная хуйня. Если с танка Да, нельзя убрать, танк падает. А танк падает, давай прейда, блядь. когда кто-то забирает, сразу сильно до хрена агро почему-то происходит. Наоборот, если второй танк поорал, вообще не набирайте агро. Стопайте. Так, никто не встает, что ли? Да кто-то встал, бежит, да. Какой вопрос был, я что-то не видел. А там Т4, по-моему, Т5, 4 куска, по-моему, нету, да, у нее? Есть. А, 4 куска есть. Или у нее Ну, 3? слушайте, одни говорят экономить, другие говорят, вот сдавать надо. Вы как бы, блядь, определитесь, кто, во-первых, РЛ, а во-вторых, кто под пёс давать сидит. Или по команде, или я сама буду давать. По-моему, первый раз взорвали, нет? Настюш, мне кажется, что тебе надо самой давать, когда ты видишь, что просаживаешь. Я мертвая была, когда надо было давать куклу. Этот предыдущий раз задавала. Хорошо. Я видел, что но один раз видел. Вы постарайтесь, когда в первый взрываете, хотя бы секунду, ну, паузу делать, а то если в раз взорвете, там все выйти передох. Да, не знаю. Можно еще раз? А вот он Алексея видел, убил. Я бью вообще в другом шмоте, потому что я боюсь ГП получить. Да ты в другом шмоте бьешь, я ж тебе написал сразу же, бей в Т5. Да я сорву сразу же. Тут целый срывает быстрее, чем... Ну, ты можешь себе в классическом интерфейсе даже процент включить. Более анонсика стопнуть. Так, ну... Спутну я, и потом мне вообще тогда не бить. Я сколько ДПС было до этого, когда мы звали робота? 5 был. Вот как раз бы его ДПС оплатило, чтобы убить сейчас. Момент, кила, босс, сколько у тебя на Эликс ДПС, когда мы убивали? Ну, в десятке я всегда. Я бы сказал, в пятерке. Не, у меня тоже была идея просто автоатакой босса бить, чтобы... Баф на кучу. Не хотите снимать обзор? Надо все равно как бы. Нелик, бей кольцом света, будешь свою группу хилить, и оно агро не убивает. А прикинь, моя группа танки. То есть я буду их хилить. Элбрил, ты уже готов? Ты еще как в процессе? Сижу, жую, ну я могу и там подойти. Там что, без меня ничего? Чего сделаем? Сейчас я замену сделаю. Элбрил, заходи в холике. Давай, сейчас. Я Дарта на замену отправлю. О, я на замену? Да, самое время послакать. Руси кушать готовить. Как Ир, смучайся дальше. Не надо дарт. Тогда киллера надо ходить. А что, свободная сталь появилась?
Ну ты же умеешь стопать дамаг. Ну как сказать? Когда я вижу, что ДБ морёт, тогда стоп. Кого сумонит? Сейчас Элбру зайдет, его сумонят. А в ХП вкидываем, нет? Да. Да. Сейчас 3 минуты. Хочу, чтобы бабл можно было кидать на дружественную цель. Ты, кстати, блэккиллер клинковую ограду активируешь, ты роды крови сливаешь. Так вы же говорили, что на холик получше будет. Так хуй знает эти пацаны. Не надо никакого анхолика. Пускай ФДК. ФДК тут. Сейчас бы переживать из-за мелихоста, когда в рейде 2 мелик. Один из них я, так что я переживаю. Ну так пусть и какой-нибудь лем поставит. Вот шаманов там так много. А ты попробуй... Он не дотягивается, и там всего 16%. А ты попробуй почекать эту хуету. Блэккиллер, а ты кидаешь свою лужу? Под... То есть... Под танк. То есть, типа на трэше в РБК отрази, ну, будет стакаться эта адаптация, да? Суммоньте, Элбрилла. Так помогите, нажмите, я, блядь, один не умею пока суммонить. Пока. Ничего не научится. Да, конечно, научусь с такими тыкальчиками, блядь. Локов Т5 нахуй надо добавить, чтобы можно было соло суммонить, мешка вставить. Рыба стоит, нет? Оставь еще рыбу. Сейчас достану. Если я тайну магию черпаю. Ты взял Неликс уже? Ты взял, то ставь-то. Так, тут от тайной магии, да? Да. Сколько усилков закинул? Мало. 150 надо. Хотя бы 150, да, закинь среди своих. Да тут на самом деле они такую роль особо не играют. Там чё? Идет шот просто. На взрыве зарешает. При двух стаках. Ну типа знаешь, если тебя просто два взрыва не шотуют, вот просто два взрыва, да, то ок. А там уже как повезет, если, например, взорвется этот чародейский знак и потом типа сфера, то ты с этим ничего не поделаешь. Меня иногда даже типа под дубовой кожей пробивают. На баф на пулчек. То есть с этим так ничего не сделаешь, это рандом ебаный. Иногда тоже вы сразу две одновременно типа взрываете. Шокает. Кирс. Сейчас подожди, еще я зайду в этот в Дискорд, то у меня с телефона выкидывают. Да? Медведи тоже иногда меня вызывают. Типа, давай пока понятно.
Сопроты у кого кончились, обновить еще раз чек на пул. Кават. Слышно. Еще раз чек на пул. Понял, кават выйти. Пока кават, ждем, перекурите. Он скажет в Дискорде, как все придут. Кават минуту назад написал, нет, пропал. Да, вижу. Ладно, пару минут подождем, пойдем малару бить. В игру или что, или это баг какой-то зашел вроде, ну просто в игру сначала, наверное, зашел. Че, не сколько это жена Эндаркс, Делорус, Резист, Айзек, заходите обратно.
Вага тебе есть? Вместо чего прокачать КЖФ-ку? Каток. Нет. Тебе сильно нужно инчам? Да. Зачем? Потому что у меня не танк на инспект. Какая разница? Инчант или кожевка? Баф обновляю. А тебе потом после рейда скажу, что. Или у тебя регов много? Ну, рецептов нет, у меня немного. Вообще на пол. Амир, давай быстрее. Еще раз чек на пол. Сахар блоком на. Эй, Даркс. Алиса тоже пережил. Ну уже на четыре бьет босса, или что? Он не перепадет. Я смотрю, бегает, прыгает, что-то. Сейчас я тут сразу.
Я отдал. Десять секунд могу забрать. Нормально, еще 4 трека пережил. Набирай, набирай. Я если что, по вторую позенку отдам по себе стать. Настя, зубы готовь. Сейчас, да. Последующий раз. Ой, забирай. Вань, ну давай. Достал. Я вообще не убил его, а это Сарева когда... Да, я не отдал, то есть я откатилась в тот момент, когда ты забрал. Ты Сакру отдал. Фаза. Беги, капля дал. Беги, беги. Кого-то на пульт. Нужно будет снижать ему огонь. Босса. Есть, отдаю. Не-не-не, достаточно. Ас, кубл поставь. Не буду. Вылезу на стол. Будет ниже тебя уже. Пять котов пережил. Я так не бью особо. Сальву, у кого есть? Мангарок. А. Купол есть? Да. Покажу, как поставить. А Сальва есть, бага, если что, говори, когда.
Поставь купол. Там Вага умирает. Отдал тебя. Нет, да, есть. Под кастер. Стоп, на два. Дай массак рукават. Кого там? Блэк, только не набивай. У кого есть сальва, приготовьте сразу по Блэку. Отдал по Блэку. Ягодный торт ману против. Да, у меня. Купол откатился, нет? 4 секунды. 10. На мой дом. Есть купол. Аль, по манару ты приготовь. Ставь купол. Мы народ отдаю, сахар. Кават, так и так. 7 секунд. Массакра есть кого-то? Да. Блэк, уже кидай, пока дай, пожалуйста. Отдавать? Я скажу как. Отдай сакру. О, палево по облаку. Не надо, проживу. 4%. Нихуя мы сильные. Нужно больше паладинов. Почему паладин? Ну, да, да. Воет в конце, чуть не воет. Да, кстати, воет. Ничего не вайпнул, я там бежал, ты не видел просто. Он развернулся в рейд, нахуй. Да это баг был, тебе показалось, визуальный баг. Понимаю. Давайте тыкайте уже на печеньку. Так скромно-то. Ладно, никто не хочет, я заберу чё. Кто там, Монрот, ГЦ. Красава, какая первая печенька у тебя? ГЦ вообще хорош. Кота. А что вот это топовые вещи выпали? Тапки вот эти, да, топовые? Да. Хорош. Пошли, Алары, ебанем быстренько. Давайте, ребята, в натуре не обосремся. Там 4 лока есть и 3 совы. Гевка, пиздюлей там. И все, и вообще изи. Придумал, как 8 стаков пережить. Ну, паладина там вообще ты с символом, кстати, на 2. А, символ, 9 стак. Нет, я без дюо был. А,
вот с этим символом. Без перекора давай, потому что я недолго еще буду сидеть. Да, пошли, давайте постараемся, блядь, пока девка тут может говорить. Ой, блядь. Сейчас, не, ну красиво, красиво. Куда это? Красиво было вообще. У кого рекаунт есть, там сохраните вот эту хуйню, там хилы, там ДД, вот эту всю хуйню посохраняйте, скидывайте там худилку, там, не знаю, на память, там скрины сделайте. Топовый рейд. Скрины чего? Ну вот это ДПС. Сумаете меня обратно? С робота типа. То сколько, чё там? Какие хилы хиливают. Красавчики. Чё ты вага дамажить будешь? Да. Давай расставляй фаст. Ну вот, на этих жестом есть немного ДПС. Знаешь, что я думаю? Ой! Мус на ДК. Ну вот, на Эликс на ДПС, он его убили. Нет, ДК залупа, он живет хуево на Фениксах. Варлус. Резив для рейда я чат. Есть. Реген мат. То есть чувствуем, народ, когда на танков по КД держал 7 жизни, не тащит. Смотри, вага в рейде. С вами получается будет Black Killer справа налево, вот четвертая платформа, где вот я Роббик стою, вот здесь Black Killer, где вы первого Феникса будете бить. Дальше справа налево третья платформа идет Кават. Потом на третьей будет, на второй будет Монород. И на первой слева направо буду я. Тут раз стоял, там я ни ауры никаких не даю, ничего. Живущий заебись. А паладины, Кават вам на второй хоть массакру даст, будет заебись, перфит для рейда. По хилам. Сколько у нас? 6 хилов, вот эти 5 и босса. Торт. Смотри, между первой и второй у нас будет стоять как раз торт Розария Мосса. А Шторм, Дейдри, Элбрил будут с рейдом. Да, да. Так, я не понял, где я стою. Короче, слева направо платформа. Первая платформа Кават, третья Монород. Не-не-не-не, первая платформа я, третья Монород, вторая Кават и первая вот это Black Killer вот здесь. Он потому что вам и сакры даст, и все на второй платформе как раз надо Кават. На четвертой он стоит там, блядь, с лакой. Массакру я не буду нареть всю эту хуйню. А торт, ты, торт в Диссе слышишь? Тотем от, ну, резист огня. Между первой и второй, вот где будешь стоять. Слева направо, если считать между первой и второй, ты будешь стоять с Розарией и Мосой. Тотем на резист от огня, чтобы задевало первую и вторую платформу танков. А я стою, получается, между третьей и четвертой, это что? Да, ты с рейдом. Ну, с рейдом, но с я рейдом между третьей. Между двумя, короче, чтобы танки держать. Да, 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 да. Просто, я понял. Айзек, ты вернешься? Да. Неликс, тыкни рыб. По диспелу кто там будет? ИПС до робота не будет? Сейчас сюда. Вам еще и ИП дал? Если хулявный сопрот закончился, могу продать. Диспел кто будет? Алк показывает, ну, после ранс, когда чекал, показывает 400 голды. Слышишь, Мага, кто диспелил в прошлый раз? На первой фазе Монород вроде как. Вообще там Монород с Мосса все время. А, ну все. Пать баф на пул и на бафа. Блять, чек. Подожди, а кто в танках? Первая пати. Ты Неликса, кстати, дай свистни. Подожди, дай человека. Нахуя он сукол. Тогда кто со мной на бойцах? Попробуй Блэк взять. Вы с Войдом чередуетесь. Ты свични Неликса в пати, он вам будет отхиливать. Танки разрозненно стоят. Мосу, например... Неликс без отхила усиленного, поэтому вообще до лампочки. А,
Неликс, ты понял, когда ты в Т5, тогда мы убиваем робота. Шторм на второй фазе поставишь Fire Resist. А, понял. Еще раз чек на пул. Тикова, кстати, когда ты меняешь там щиток, держишь, ладно, и ну капли там помнишь. Есть холибал. Одна под танком, блэк, вторую. Так, стоять, шторм не ставишь тотем, там вон Кирс поставит. Вроде как сильнее щиток. Сапроты обновить не забываем. За боссом пусть иду. Сопли пусть иду. А пусть урон. Пусть трой заходит. Циклон звезда пусть заходит. С трусами контроль дайте тепло. Какие корни, ёбаный рот. Не кидайте корни, если так близко стоит, дайте тепло. Вот он сейчас будет стоять, вы вот еще видите. Дальше пойдите, босс. Рядом с боссом пусть заходят двое. За боссом идут, дайте там проснуло. Всего двое идут пусть. Пусть идут. По трусам дайте тепло. Вон молодцы, пусть идут. Ладно. Под боссом двое пусть сразу заходит. Пускай третий идет. Ладно. Пусть с Близзарда идут. Ну не давай, не надо. Пусть там... Пусть все трое заходят. Корни только не отпустить. Отпусти ромбик. Звезда ром тут. Третьего дайте тепло.
рядом с боссом, давай пусть заходят. Отпускай близость, пусть идут. Вот там двое отбились, пусть идут. Я забираю. Пусть трое заходят. 9%. Стопните, 8. Стопните, все стопните. 7. 10 луж делаю. Пробегай круг быстрый. Рядом со звездой дайте стекло. Начинает отказ и сразу начинаем бить. 1/10 переход. Один. Фаза. Дай-ка ты выше всего. Шторм, ты да, ошибся, по-моему. Беги. Я приду, я приду. Название дебаф. Привыть просто. Я не могу атаковать эту цель. Первый агро. Да, это обойдет. Монорот эфир. Третий эфир. Шторм, сейчас прибежим и нырнем. Шторм на дизарме. Бойда прошли. Перья пошли. Сейчас. Перебежали. Да, вынос что. Два бана, Локи. Пусть идут. Оба бана отпускаются. Больше ДПС дайте. Перья пошли. Больше ДПС. На вторые перья ближе подходим, побежали. Этот стоп-каст. Ближе подходим. Стоп-каст. Умрёте. Надо подойти. Луна меркая. Стоп-каст. Перья пошли. Перебежали. Также два бана. Топ-каст. У нас двое. Два бана дай. Топ-каст. А можно диспел? Что диспел? Купол, дай купол. Нормально, нормально, нормально. Там 3 хила минус. Энджи Розари. Они бери, там, бери, блядь, лежат. А, понятно. Перья? Ложимся. Чё, сколько зашло? А чё, резист? Ты там... Блядь. Не было контроля по дальнему? Не было. Я диспелю контролю не успел. А, ты на диспелю. Тогда какая-нибудь сова. Сову продай, сову. Выбирайте любая. Либо Энджи, либо Жужа. Диспелю. Энджи посмекались. Энджи, тогда ты на диспеле резист, на тебе мобы. Окей. Ребят, не тяните время, прыгайте в меня. Чего вы тут стоите?